Здравствуйте, дорогие друзья, все мои подписчики и те, кто смотрит мое видео. Вот, в общем, еще одна очередная новиночка из кукол Enchantimals. Я ее тоже купила вместе со слоненком куклом, который я уже сделала обзор. Еще я купила третью тоже, это зебра, конечно же, вот, потому что они у нас уже появились в дочках-сыночках. Я туда зашла тоже посмотреть просто так, смотрю, они уж там есть, потому что я очень долго их искала, ездила в детский мир, даже увидела их на сайте, что они есть там, но не проверила через корзину заказать. Вот. Обычно я как бы проверяю, да, добавляю в корзину, и там, если есть забрать их, ну, в магазине, то значит они есть на витрине, вот. А тут я не проверила и с утра поехала, я уже рассказывала на каком-то видео, что я с утра поехала туда, в другой магазин, второй, детский мир, и опа, она и нету их там, вот. Ну, ехала, чуть на работу не опоздала, только зря ехала туда, деньги тратила на проезды, ну, не только, вот, и немножко опоздала на работу, вот. И как бы расстроилась тоже, что их там не было, вот, и несколько раз даже заезжала, тоже смотрела, нет ли их в другом магазине детского мира, вот, тоже нету, хотя на сайте написано, есть во всех магазинах, вообще, меня вот тут расстроилась, вот раньше такого не было, а сейчас, как Новый год начался, у них там вообще бардак на этом сайте, не понимаю, чем они там вообще занимаются. Ну, кто-то же этот сайт ведет, разрабатывает, добавляет там, что они есть в магазине, да, что их нету. Они что там, придурки, что ли, вообще? Я не знаю, других тоже слов нету. Или их, правда, мошенники взломали и добавляют туда. Они даже добавили тех кукол, которых вообще уже нет в продаже. Они есть только в Империи, они стоят дорого. Потому что это куклы вот из этого тоже появились новинки из «Монстры на каникулах». И написано «Новинка», да? Вот здесь вот такая картинка, и написано «Новинка». Там «Меулодия», «Спектра» и «Джинафайр Лонг». Вот, да. Ага, сейчас появится они там, «Новинка», блин. Не смешите меня, эти куклы стоят там и тысячи, главное, если чем-то тоже вот. И на Клео, Крипотери и Хулин. 1000 с чем-то, ага. В Империи они 4 стоят. Они вообще рехнулись. Какая 1000? 1119. Их вообще не может быть в Адамецком мире. Это фейк. Это подделки все вот это вот. Сайтов. Они, это мошенники взломали их сайт, крадут это все и туда добавляют. Вот. Потому что когда я пришла туда, когда вот спрашивала тоже кого-то там, и мне говорили, что... тоже, да, Enchantimals, вот когда у них, говорит, значится одна, я Enchantimals искала, у них тогда не было вообще ни одной, вот. И они говорят, я говорю, странно, на сайте написано, что есть, вот. Они говорят, о, это, наверное, украли, вот, они их, наверное, крадут, и мошенники добавляют их сайт, наверное, ведут мошенниками, так кажется. Потому что у них там все написано есть. Бейсболистка есть написано. Кукла, которая тоже искала. Вот. Написано, что есть пухлая, хотя я уже купила. Они там по одной были, но две были гимнастки. Вот. Гимнастки вообще нет на сайте, только бейсболистка. Вот. И написано, да, что есть. На сайте написано, что есть в двух магазинах или в трех даже. И нигде нет их. Вот. На самом деле они у нас есть только в дочках-сыночках. Я когда заходила вот туда просто так, я тоже обнаружила там кукол Барби. Две пухляшки стояли, три, по-моему, гимнастки тоже. Бейсболистки не было. Я все проверила, думаю, о, думаю, раз эти есть, может, бейсболистка есть, там нет. Я бы, а то бы я бейсболистку купила, а не этих. Потому что сейчас я намерена накопить и найти бейсболистку. Вот. Ну, еще, может быть, енота, потому что... Вот, например, куклы поросенка, да, Enchantimals, на сайте детского мира вообще нет. Вот. Но, однако, она была в магазине. Вот. И еще в моей группе ВКонтакте кукол Enchantimals и другие, так и называется кукольная моя группа, вот. Там одна девочка тоже выложила фотографию, что, ну, вот, то, что я вот их выложила, да, ну, у меня вот новинки, она мне написала, круто, типа, что я тоже вот успела отхватить в детском мире, она, по-моему, слона купила, енота и хрюшку, вот. Но у нас енотов нету. Я вот буквально вчера после работы ехала, еще раз решила проверить, посмотреть, нету. У нас вообще этих кукол разбирают, вообще прям подчистую разбирают, вообще хапают прям конкретно. То есть их недавно было много, они висели на одном конкретном стеллаже, сейчас захожу, в четверг уже висят, стоят на другом, и уже их мало осталось.
Вот, то есть вообще разбирают, казалось бы, ну что в них такого? Ну куколки маленькие такие, не шарнирные, зверушки. Но вот все-таки разбирают, наверное, детям тоже, потому что они, во-первых, ну как бы это по сути казалось бы, да, что в них ничего такого нет. Но для меня лично они очень симпатичные, такие няшные. То есть мне нравится сама куколка, мне нравится зверушка, вот. И какие-то аксессуары, нет, конечно же, мне эти аксессуары вообще ни к чему. Вот велосипед от черепахи, там дом, вот я купила этот дом, лесной замок, ради пандочки, потому что она там такая хорошенькая. Ну, естественно, его поставила внизу, он стола, посадила туда некоторых кукол, а другие уже на столике сидят, потому что в этом доме мало места, не все поместились, вот. А у меня уже вторая волна начала прибавляться, энчантималс, вот. Ну и осталось, естественно, мне по счету 7 кукол. Кстати, в детском мире написано у нас, что есть еще также волк из новых, тигр и лебедь. А их в магазине нет. Вот. Поэтому я как бы иногда и заезжаю, посматриваю, вдруг есть. Вот. Енот у нас вообще на сайте нет. Вот. Ну и в магазине тоже нет. Вот. Там еще должен быть лев, вот я еще льва хочу, там тоже роскошная грива у нее, кукла лев. Вот. Есть еще уточка, по-моему, в коляске у нее там два утенка. Вот еще какие-то, не помню какие есть, но мне вроде в общем 7 их осталось, вот я считала, да. Ну, в общем, это волк раз, это тигр два. Волк, тигр, скунс, ой, этот енот, лебедь, уточка, лев, 6. Кого-то еще забыла, 7-й кто-то. Ну, в общем, я считала, кто-то еще должен быть. Видите, 6 я пальцы загнула. Еще должен быть кто-то 7-й. Я кого-то не помню. Потому что енот я назвала, этих всех тоже. Не помню, кто там еще должен быть. В общем, ну, а может быть и 6, может быть, я обсчиталась. Вот. Ну, в общем, тоже кое-как ее сюда засадила, эту жирафу, потому что, видите, здесь ручки у нее как сделаны. Вот так вот, да? Вот прямо. Они не поворачиваются вот так или вот так вот. Они сделаны вот, вот так вот у нее прямо, видите, да? А вот здесь вот у нее вот этот вот аксессуар, видите, вбок сделан. Я кое-как сюда руку ставила. Вообще не понимаю, как они так делают, не видя вообще, что они делают. Это все равно, что сделать куклу, да, и не примерить ей обувь, просто на глаз ляпнуть и все. Ой, а обувь-то получилась вот такая вот. А как же мы ее наденем, вон такусенькую ножку-то? Они реально вот делают, не видя, что они делают. Не меря, не как-то там... Да, а если они вот сделали куклу, да, вот такую вот, да, тело, а голову вот такую, как у Шибальжуку. А как же мы такую голову сделали, да? И не примерили. Ну вот они делают вообще, не видя, что они делают в Mattel. Такое ощущение, что они взяли каких-то, блин, обдолбанных корейцев, обкуренных, пьяных и кривых косых самих. Вот. А прежнюю составную команду, которая делала хороших кукол, Monster High, по крайней мере, они убрали и уволили. Или они сами уволились, не знаю. У меня вот такое ощущение. Потому что я очередной раз, когда там у нас есть балетные куклы, там Дракулаура, Клео, Муаника. Вот даже когда я заезжала в четверг, я взяла ее в руки и сразу же поставила назад. Ну, даже брать не хочется в руки. Это же кошмар, что сделали с шарнирами. Это реально покупать. Я бы лучше не шарнирную купила. Вот. Хотя она тоже не очень. Но все-таки для меня эти шарниры вообще отвратные. Даже брать не хочется. Смотреть. Я сразу же поставилась и сказала, фу. Говно. Вот. Новые монстряшки. Даже брать не хочется. Ну вот она вот так, в общем, сидит на жирафике, да, здесь она получше села, вот. Потому что здесь у нее жирафик поменьше, вот здесь вот, по объему слон вот такой большой, он шире, а здесь объем, естественно, поменьше, потому что, ну вот, да, немножко пришлось ноги в сторону, как-то неудобно, но все-таки она сидит получше, чем слониха, вот. И тоже не соответствие. Ручки у нее прямые, а здесь, видите, одна согнутая ручка. Вот. Ну, естественно, если бы у нее была согнутая одна ручка, она бы не влезла бы сюда, потому что у меня ручки сюда кое-как вот влезли. Видите, у нее даже здесь, вон,
не влазит, не до конца, только вот пальчики и все. Вот. Но остальное вроде бы все так же. Рука только вот согнутая. Здесь у нас ее арт находится. Вот она со своим жирафом питомцем. Зовут ее Джиллиан Жирафи и жирафа Ревел. Хотя тут А, но у меня это Ревел имя. Вот его жирафа. Куколку я переименовала, потому что Джиллиан, это есть такая же куколка Джиллиан Бинстоков, кукла Ever After High, хотя у меня ее тоже не зовут не Джиллиан, а Джейн. Вот. Это у меня, я не помню, как на А как-то назвала ее, забыла, в общем, ну, неважно. Вот. Тоже вот этот аксессуар у нее не держится на жирафе. Если снять вот так вот, видите, куколку с этих вот, вот он все это упал. Да. Тоже придется закреплять. Вот здесь вот я его за голову и вот так вот перемотаю резиночкой. Потому что мне хочется это оставить. Ну и куколка здесь нормально, хорошо сидит. Не то что слониха. Вот. Так, ну и рассмотрим, значит, куколку и ее питомца. Тоже волосы ужасные, все помятые, тоже нужно будет мыть, естественно. Так, значит, жираф, вот, у него аксессуар, да, вот такой вот, ну, он немножечко вот так держится, да, здесь, но он все-таки и сваливается, видите, то есть не очень. Вот этот аксессуар, специальная такая уздечка, чтобы куколка держалась. Видите, у нее здесь две дырочки, одна для ручки и для пальчика. Вот. Вот он маленький. Для пальчика. Этот аксессуар у нас с цветочками. Бирюзового цвета. И здесь цветают бусинки. Жираф тоже такой длинный, прикольный. Можно использовать не только для кукол. Энчантимус, видите, он наравне с размером со своей хозяйкой-куколкой. Вот, можно использовать для любых других целей. Также сделать зоопарк кукольный. И можно туда поселить этих всяких животных. А то вот я даже фотографировала, когда, например, этот зоопарк, да, конкурс такой делала в группе «Кукольный мир», который я модератор делала. И я такой конкурс зоопарк. А животных-то у меня нету. Одного нашла, какого-то верблюда там у племянницы, и так поставила, какие смогла, там попугая какого-то взяла, ну все, а у меня больше-то и нет их. А тогда энчантимус не собирала, когда этот конкурс делала, вот, а теперь у меня вот, видите, полно животных, можно делать какой-нибудь конкурс или фотографировать так с этими зверями. Мне кажется, эти большие очень подойдут для кукол и Monster High, и Ever After High, потому что они тоже большие, вот. Ну, конечно же, естественно, жираф должен быть больше людей. Вот, поэтому как-то маленький жирафчик с большой куклой не очень. А вот здесь вот, вот как раз, да, вот она, потому что тоже соответствует этому размеру. Она маленькая, вот, 15 сантиметров. Если у кого-то вы увидели на обзоре таких куколок, что они говорят там больше им сантиметров, там 20 или 19, нет, эти куколки 15 сантиметров, не больше. Вот, у жирафа тоже есть провалены в ногах, вот здесь вот, вот, сзади и вот тут тоже. Все очень некрасиво смотрится, так хочется так пластилин запихать и закрасить акриловыми красками, чтобы не было этих провалин. Хвостик тоже есть, пятна, как у жирафа полагается, вот. По всему жирафу. Голова повернута вот сюда, вот в бок, она не поворачивается. Его аксессуар закреплен у него вот такой вот прозрачным крепежом на голове, но я его снимать не буду, потому что я не хочу туда снимать, это свалится. Вот есть шерстка небольшая вот из меха, которые сделаны, аксессуарчик до розового цвета с цветочками, и здесь вот каким-то камнем сверху, ушки и рожки, вот. И тоже присутствует вот здесь вот у него пятна, вот вижу под этим аксессуаром, и на щечках вот такой желтый жирафик. Сама куколка тоже желтого цвета, как и жираф. У нее тоже присутствуют рожки и ушки. Это все приклеенное туда, не снимается это. Вот аксессуар тоже такой же, как у жирафа, абсолютно тоже розового цвета. Вот только он как ободок у нее, вот здесь закреплен тоже. Тоже такие же цветочки и такой же аксессуар. Здесь вот.
Вот, они полностью одинаковые. Также у нее присутствует на лице пятна жирафа, вот на лбу. Волосы рыжего цвета. Длинненькие такие, просто не помяты, их нужно помыть. Вот, ручки прямые. Желтый топик ее сзади, вот. А здесь он тоже желтый, а сверху вот такой вот аксессуар, как будто такой воротничок разноцветный. А если снять юбочку, у нее будут желтые трусики, и это все будет выглядеть как купальничек. Хвостик такой же, как у слона, только желтого цвета. Вот он тоже двигается. Вот. Ножки шарнирные. Вот есть шарниры в ногах. Они прекрасно сгибаются, возвращаются назад. Юбочка у нее вся в цветах, разноцветных цветочках. И на ногах у нее одеты вот такие вот туфельки, ее ботиночки на платформе, они у нее бирюзового цвета. Ну и там различные тоже узоры. Вот такая вот куколка жирафи у меня появилась. Из кукол Enchantimals тоже. Вот. Сама Джиллиан Джирафи и ее питомец Ревел, жираф. Куколка Enchantimals второй волны.